Фильм Аки Каурисмаки. Жизнь великого русского писателя Максима Горького была очень тяжела. Петр Ильич Чайковский бросился в реку. Я молодой был еще, однако жив остался. Но прежде уже не стал. Понимал во что, дурак. А Толстой, он был граф, и все равно его не поняли. А Антон Павлович Чехов, отец родной, как только все понял, сразу понял. А вот еще Пушкин, проказник был, как только родился, так и сразу на тот свет. А тот же Гоголь, его до сих пор заслоняет все. Солнце не видно. Еле видит окно своей любимой. Ну давай, любимая, а что, водочка еще есть? Водочка есть, есть, и нет, кто же ее знает?